Шестой флот начинает зачистку. Пора. Задание с долгой историей. Долгой и печальной. Когда-то это был замок. Настоящая крепость, твердыня, готовая выдержать любой удар. Оно пережило немало суровых зим. Чего не скажешь о его жителях. Монастырь, где живут совсем не монахи. Последние 100 лет здесь держат тех, кто не угоден государству, но кого нельзя убить. Внутри полно выживших жертв последней войны, которые мы должны были победить. Но, похоже, в политике, как на ипподроме. Поставишь не на ту лошадь и окажешься здесь. Макарову нужен номер 627. Вот за ним мы и пришли. Секунд. Хорнет 2-1. Говорит Джестер 1-1. Звено F-15. На борту по 4 Харм. Подавляем ПВО. Конец связи. Вас понял, Джестер. Выполняю. Сигнал, сигнал. Фокс-3. Фокс-3. Хороший выстрел. Просто отличный. Хорнет 2-1. Маршрут чист. Удачи. Отбой. Я Хорнет 2-1. Вас понял. Говорит 2-2. Вас понял. Это 2-3. Вас понял. Второй, начинаю обстрел. Понял. Опа. 2-2. 2-1. Отлично. Снайпером, говорит Макдавиш. Приготовиться к стрельбе. Завис ночь. Есть всем снайпером. Открыть огонь. Вправо. Смещаюсь. Завис ночь. Готово. Есть цель. Сместиться вправо. Смещаюсь. Четверо противников на соседней вышке. Держись. Шепард, заставьте их прекратить огонь. Это уже не шутки. Я постараюсь выиграть время. Общее дело важнее жизни одного заключенного. Чёртовы янки! Я думал, они за нас. Хватит болтать, Коуст. Будь начеку. Вторая волна. Ждите. 10 футов. 2-1. Мы у цели. Группа 1 готова. Переходим в режим ожидания. 5-3. Готовы обеспечить снайперское прикрытие. Прием. Говорит 2-1. Вас понял, 5-3. Готов стрелять. Вас понял, 2-1. Цель на втором этаже. Говорит 2-1. Все понял. Вижу 6 противников. Открываю огонь. Так, забираем заключенного 627 и убираемся отсюда. Всем быть начеку! Вперед! Макдавиш! Цель на 11 часов! Цель ликвидирована! Там впереди пульт охраны! Сила помощи!
дальше, и я найду заключенного! Ричард! Контакт у тебя на 12! А, точно! Веду цель! Я взломаю систему и найду заключенного! Но мне нужно время! Все ясно! Роуч, надо осмотреть камеры! Пошли! Камера пуста! Он ранен! Отлично, я вошел! Вижу вас на камерах пульта охраны! Так точно! Известно, где находится заключенный номер 627? Нет, но я отслеживаю перемещение противников на твоем этаже. Это должно помочь. Ясно. Быть начеку. Заключенный может быть не больше. Открывай ее. Пытаюсь, но и древняя штука. Уст, это не та дверь. Все понял, ждите. Есть! Так и лучше, вперед! Уничтожить. Камера 4D, чисто. В этой камере никого. Дальше. Роуз, не молчи. Во всех камерах пусто. Вот, заключенный 627 был переведен в восточное крыло. Иди через оружейную. Она в центре. Так быстрее. Понял. Отряд, направляемся к оружейной. Вперед. Противник движется по открытой местности. Щитом, а ты уничтожь их! Смотреть камеры.
Здесь тоже никого. Порядок. Чисто. Какого черта, Шепард? Скажите им, чтобы прекратили огонь! Похоже, флот не расположен к беседе. Подождите. Браво-6, они согласились приостановить огонь. Продолжайте. Буду держать в курсе. Отбой. Не пытайтесь атаковать их в лоб! Надо прорваться и ударить сбоку! Приготовьте гранаты! Мамба! Контакт у тебя на час! Вижу цель! Веду его! Вижу цель на один час! Отсюда не видно! Прикрой меня! Контакт на западе! Ah!
Противник движется. Вижу цель. Прикрой меня. Трехэтажное здание к северу от теплицы. Используйте ящики для прикрытия! Противник на северо-востоке! Умер! Контакт! В раздевалке слева! Вижу цель! И туда, живо! Вижу цель на этот час! Кидаю да, точно! Гранату! Вижу его! Андердер! Цель на 12 часов! Так точно! Вижу цель! Умер! Прикрой меня! Вас понял! Вижу противника на 2 часа! Направляемся вон к той дыре в полу, в дальнем конце душевой! Со мной! Быстро! Вперед! Вперед! Сержанто! Граната пошла! Гоуст, мы в старом тоннеле. Идем на юго-юго-запад. Хорошо. Продолжайте движение. Гоуст, не молчи! Я не хочу остаться здесь, когда корабли снова начнут палить. Двигайтесь, вы почти на месте. Обнаружено два сигнала. Один из них должен быть заключенным 627. Кажется, это ваше, сэр. Какой еще суп? Ладно, пошли! Надо отсюда выбираться! Браво 6, обстрел начался раньше! Выбирайтесь оттуда, быстро! Браво 6, вижу ваши сигнальные ракеты.